Спорт нам нужен, с ним мы дружим. По таким девизам в Краснолужском плавательном бассейне 14 мая прошли соревнования «Мы – спортивная семья». Организаторы приурочили данное мероприятие Международному дню семьи. 15 мая во всем мире отмечается Международный день семьи. Семья – это самое важное, самое главное в жизни каждого человека. Я хочу вам всем пожелать крепкого здоровья, благосостояния, тепла, уюта в ваших домах. Пусть в них всегда звучит детский смех. А нашим участникам я хочу сегодня пожелать удачи на пути к победе. Оставили папы работу свою, и мамы забыли за большие заботы. Одели купальники, взяли детей, пришли на праздник сегодня скорее. И с гордостью каждый может сказать, что ближе семьи никого не сыскать. 5 команд, в каждой из которых по 3 члена семьи, боролись за право первенства в течение 8 конкурсов. Им необходимо было выполнять все действия слаженно, сообща и как можно быстрее. Несмотря на соперничество, атмосфера на воде была наполнена позитивом. Весело и дружно родители и дети собирали жемчуг со дна бассейна, преодолевали преграды, спасали пострадавших и выполняли еще массу интересных условий конкурса. Болельщики же, не жалея голоса, выкрикивали речевки в поддержку своих фаворитов. Участие в конкурсе, много положительных эмоций. Ребенок чувствует сплочение семьи. Очень нравится. Нормально все. Спортивно. Дружба самое главное. Если есть дружба в семье, будет победа. Обязательно. Как стрела мы будем мчаться, вам за нами не угнаться. И вот долгожданное награждение. Лучшей командой семейно-спортивной эстафеты второй год подряд стала семья Гончар. Второе место досталось команде Севрюковых, а третье заняла династия Калашник. Четвертыми стали Сквирские, а пятое место заняла семья Шила. Принимавшие участие в очередной раз доказали, что в данном случае мама, папа, я действительно спортивная семья. Всем вручили вкусные призы, тройку лидеров отметили грамотами, а присутствующим напомнили, что двери бассейна открыты для желающих вести здоровый образ жизни.